Пока. Что это такое? Это что? Нашего корабля. Заходим в самое необитаемое помещение. Подводной лодки. Включай. Давай, давай, открывай. Давай, открывай. Все. Давай. Давай, давно уже идет. Ты же давно снимаешь, что ли? А как же. И массивные двери у тебя тяжело открываются. Я думаю, нашим женам тут будет не особо интересно смотреть. Так. Это чайник, да? Очень сильно кипящей воды. Послышишь, привода послышишь. Это значит, вводится атомный реактор. Вот такой у нас есть. Наводим. Сейчас. Тут как раз папа нам закрывается. Да не надо. Не надо мне снимать такого страшного. Тебя там и не видно вообще. Конечно. А вот сюда есть. Да не, не видно. Там один трубы, видишь? Я чуть попозже сейчас вылезу, тогда снимите меня. Это у нас командир 4-го отсека. Так у него проходит вся служба. Он даже не захотел. Ладно, я тебе отомщу за это. Ладно, господа, пройдем дальше. Так уж и быть, я тебе за это отомщу. Ты меня долго будет помнить. Так сказать, проход в 4-м отсеке, три турика. Да, у нас тут, короче, находится клапана всякая. Вещи такие, которые объясняют, ну, интересные, да?
Не видно будет. Путь Гео. Первое и второе управление. А в ватнике сидит. Враг первого дивизиона, киповец Гео. Подпольная кличка лысой. Меня-то хоть засними. Обязательно. Наш переписать. Мама, посмотри, как тут решеточки двигаются. Поехали, Вадим. Микрофон включен? Да, микрофон включен. Понятно. Старший лейтенант Крисер. Все, в тюрьму сажали. Да почему здесь? Это не ты. А. Вкусно. А, ну я и так А левый, я брат. А давай, Степаныч, а давай выключим этот свет. Он тебе в темноте нормально будет снимать? Нет, будет только лампочки нет. Видно, как на Новый год. Красиво, красиво смотрится. Они же сделают гады, все равно. И сразу в глаз красный фонарик засветил. Хозяина гостиницы, засними, пожалуйста. И меня, пожалуйста, мистер, не обойдите. Не обойдите, пожалуйста. Меня, вот у меня сидит. Ой, ой, да ты уже... Вам начальник. Твоя лысина заснята полностью. Как мы уронили руку. Попробуем. Есть. Аскетерит ТСПС поступил РД номер 1 для передачи через 30 минут. Одну минуту. Товарищ командир, снять передачи, да? Эдуард, побегки, блядь. Битку, битку. Упусти. Даже стойся. Битку, стесняюсь. Да покажи, покажи. Чего ты стесняешься? Мама увидит, да? Вон как он там. Давай быстрее водичку набирай. Микрофон тоже работает? Ну как же. Шахмината снимите, хлеб. Шахмината снимите. Ну как же. Ну Шахмин, покажи. Ну где Шахмин? Че ты прикалываешься? Ну что, приборка идет? Начинаем тренировки по отрабатыванию на борьбе за живую жизнь. Ну, время пошло. Время пошло, ты чё? Включиться, Людай Посадеевич. Повернись лицом сюда, ёлы-палы. Поднимай на мордик. Расверни. Клапанную коробку на воздух. Расверни. Ищу. Это уже погиб. Да уже пиздец. Да. Похож,
вперед, назад. Правый мотор полный, вперед, левый полный, назад. Есть, право, вперед, полный, левый, назад. Ребята уже с грамотами, с этими, с почетными. Не боятся, да? Конечно, гордые. Кокша не надо, у него лицо не влезет в кинокамеру. Смотря у кого объелся, не влезет. Объелся. Да, да, объелся. Смотря кто. Да. Да бог с ним, Вадим, слишком много, как говорится, на бумагу. Да, подожди. Ну ты как не подводь. Король, Станов. Лысину главное покажи-то. Да, да, да. Это самое то. Самое то. Прошу ты меня, ну, ты не делай меня. Такое лицо умное, не делай. Водичка, все как положено. Ну что ж, дорогие двери, друзья. Двери закрой, двери закрой. Соблюдая традиции военно-морского флота, а по традиции военно-морского флота каждый подводник при первом погружении должен испить маленькую чашу забортной соленой воды. Такая возможность, согласно традициям, сегодня, 4 февраля 1995 года, на глубине 60 метров, предоставляется старшему лейтенанту Короину. Давай. Прошу заметить, вторая. Ну, кстати, это еще не все. Нету кувалды, кувалды нету. Да, кувалды будет. Не, ну кувалды, ладно. Да, пей до дна, пей до дна. Давай, брат. Что поблагодарить на нас предоставленную возможность сначала. Спасибо вам, дорогие товарищи. Я уж вас не забуду, да? Вы очень любезны. На всякий случай коробочку открою. Третью приготовить. С констоном, брат. О, вкусненько! Сладкая, наверное. Так, товарищи, всплываем на глубину 40 метров. Приготовить третий плафончик. Третья глубина. Минуту ждать. Пей до дна, пей до дна. Что-то долго, время слишком долго тянется. Молодец, молодец. Молодец, осталось совсем немножко. Давай, давай. Чуть-чуть. Давай, вот так. Не пустой, перевернуть, показать, все, пустой. Все, все, все. Молодец. Нормально. Ну и гадость это ваша заливная рыба. Там вроде есть такая тема, что если капля осталась и вылил, то заново. Не-не-не, ну что, мы уже второй пьем. Второй, третий. Закусывайтесь, не мещайтесь. А давай вам сейчас фотографируем. Давай. Там кто сидит?
Она какая-то, так, ну вы зайдите хоть на Байкал, я думаю, сейчас я сейчас стою с вахтой. Маля, снимаешь эту вахту. Ну что, на вам меняш не видишь? Обещали, обещали. Справа такой выброс. Вот циркуляция влево, прослушивание группа курсов углов на курс 300 градусов. Дай послушать ее. Дай послушаем. Агостики МГ-23 к работе приготовить. МГ-509. Метри сторовку. Все? На. Есть. Горишь транспорт, станцию, да? РЛК-101 к работе приготовить. Компенсировать будем? Не будем. Ладно, мы живы. Чтоб координаты узнать. Хай живе. Включить ходовые огни. Метри станция, рука 101, готов к работе. Есть. 3 градуса, интенсивность. Риск уменьшается, цель уходит в кормовой сектор. Есть, Агустин. А он все записывает. Вадик. Здесь. Вижу, всяческая тоже у нас. Громче скажи. Сейчас, подожди, положи. Это вот. Куда смотреть? Тут-то ничего не видно. Станция миноискания. Команды не было. Это наша цель. Ушла в форму и не слышала. Акустик, 10-я минута, горизонт чист. Есть акустик. Есть. Акустик прослушан, горизонт чист. Есть акустик. Тогда все то, что делают акустики, зачеркивается. Смысла в этом нет. Рисую. А что ты ее не слышишь? Записать все в журнал. Сейчас потеешь. Полсотни 1 градус. Есть то полсотни 1. Все. Народы 300. Игорь Борисович. Скопную глубину слышать 20. Есть. Глубина 40 градусов, лодка всплывает. 4 на кормовую. Прямо просто их нет. Есть, отпустик. 40 метров поднимает. Есть. Глубина 30 метров, лодка всплывает. Как ебаный, он уже дураком. 13. Доклад об изменении глубины. Глубина 25. Есть 25. 20. 22. Есть 22. 71. Есть. Не спеши, выскочи. Цель уходит в корму. 18. Есть 18. Прямо полностью. Прямо полностью, а нет, акустик. Есть, акустик. 16. Есть. Где? 15. А где? 14. Есть 14. Акустик, прямо полностью, а нет. 15. Есть. 10. Есть первым 10. Держать 9 боссов. 11. Есть 11. Есть, акустик. Есть. Носовой сектор чист. Есть, держать 9 боссов. Кормовой сектор чист, поднять РЛК-101. Кормовой сектор чист, поднимается РЛК-101. Есть. 16 часов 37 минут всплыли на перископную глубину. Визуально перископ, горизонт чист. Закрыть вахту на станции МГ-509. Закрыть вахту на станции МГ-509. Осмотреться в отсеках. Берег на цель, бей последний. 171. Есть. 172. Есть.
Матрос. Командира на связь? 80. Есть? 90, да, пускай идет. Есть 80. Работает. 42 минута. Цель 3. Смелен 181,5. Дистанция 89. Подожди. Запустим, потеет контакт с целью номер 3 по тейлингу 180, цель Руслан, кормовой сектор. 60. Продуть отзывы. Валерий, вот 16:40 минут, работает турбина 60-го ворога на переднику. Есть. Это 42-я минута. Цель 3, пилинг 183. Дистанция 90. Трюмный на люк. Трюмный на люке. Акустик. Акустик на казаке. Радиста на каштан 3. Радиста каштан 3. Так, концевые, Николай. Уточнены параметры движения цели номер 3. Вот цели 200,5 сотни. Заход от Цирков. Все, пошел. 200,5 сотни, да? Первый курс, который я утвердил, был 200,5 сотни. Что? Ну все уже. А? Нет, это Сергей Борисович, я говорю. Что же дал там? Подожди, не закрывай. Сейчас? Да. Ну как все? Вы смена понял. Да, я Снимай, штурманов, снимай. Ну, вообще. Где там цели, тебе показывают? Прошу честь. Откладка массовая. И это правильно. Перископ, но у него ни хрена не видно, потому что темно на улице. А вот Митя Шлейкин прибыл. Подъемы, скажем. 19-й день. Подголетка еще до 3.
Блин, акустик прям полосы охуеет. Есть! Он в среду. Мичман Шлейкин! Ты пишешь? Ну, долго надо приготовиться к выходу наверх. Итак, Винтер 5-12. Швартовым команда приготовиться к выходу наверх. 18. У нас трех колонок. Подклюют. 50. Акустик прям по носу. Эхо нет. А на зеленый тоже уже влево вечером пишу. 8-4 через 5 минут поворот. Справа на курс. Есть! 350. Это же Ориентир 11, берег 213, станция 16. Подклюн 34-3. Акустик прямо по носу, если нет. Есть, все пусть. 15,5, поворотная, 86. Подклюн 34. Мостик штурман режим. Ориентир 11, 9, поворотная, 86. Подклюн 26,5. Есть, пошли. Акустик прям ползах, а нет. Лежа на рекомендал на штурм. Посты, не перевоевайте доклад Дмитриста. Два ориентира доклады. Дмитрист, ориентир один.
Офицер, капитан лейтенант Иванов. И? Очень рад вас видеть. Там лейтенант Иванов поднялся на... Подожди, подожди, подожди там, Ну-ка, заснимите, заснимите эту рожу-то. Скромно. Чем нас тут кормят-то, а? Значит, пробка. Наша вина угощает, начнем. За твое здоровье. Давай. Нет. Давай. Сейчас будем пить сейчас. Сейчас будет тост. Да. Штаты, а где еще мое вино? Братан, дай видишко. Вино давай. Человек. Давай, 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 запади как. Вино дай. Сейчас нажим. Сюима, долбанем. Точно? Пусть меняем. Да? Надо быстрее есть. Опять. Не порти аппетит, да? Тянутость и воинскую дисциплину. Согласен. О! То, чтобы быстрее возвратиться домой. Очень уже соскучились. Валик, ты ж мы тут бить, потом за это. Мне пару лаз скажешь, да? Ну за это только. Валик, давай. Подождите немножко. Подожди, там второй же идет. Так они это гречневая каша. Слышь, Степан, так. Ждем. Ждем. Звезды надоели. Да и я поверил. Завтра будем столько просто. Ничего так не съем. Брат Андрюха решил вылезти. Он по частям. А ты грациозно на этот раз стал, хитрый друзья. Хорош снимай. Такой, да, убей голову. Учебная тревога для погружения подводной лодки. Сейчас, на нашу пришли. А без этого, к сожалению, мы сейчас, то, что мы сказали.
Товарищ командир, подводная лодка к бою готова, на борту 107 человек. Есть! 16 часов 6 минут, подводная лодка к бою готова, на борту 107 человек. Есть! Отсеки на стройку, мостик, погружение приготовить. Собираем. Акустик на козырьке. Есть! Такая обстановка. Мать, готов. Бронисты приготовятся стоять на штат 3. Проверены средние рули. По КГР замечаний нет. Ну дай нам послушать, что там море, как там море шумит, дай. Один на микрофон. Мостик, акустик, горизонт чист. Один на микрофон, да? Я вот, я сейчас тебе сделаю. По местам стоят погружения прочного, проверки прочного корпуса на герметичность. Ну ладно, спасибо. На двое по местам стоят погружения прочного корпуса на герметичность. Готовить компрессор. На двое. Пятый погружение готов. Да нет, другая команда. По местам стоять вооружение, проверки прочного корпуса на герметичность. Не слышно ничего! По местам стоять погружение, проверки прочного корпуса на герметичность. Пятый, по местам стоять погружение, проверки прочного корпуса на герметичность. Есть пятый. Пятый вошел в историю. Мостик! Мостик! Что, сняли, конечно? Наверное, что. А что на столе ничего нет? Можем вальник положить параллельно. Все. Можем вальник положить. Сейчас мы осуществляем второе погружение на этом выходе. Желаю всем счастья и благополучного возвращения к родным и близким. Пас. Аплодисменты? Какие аплодисменты? Горный. Это все после моря, после моря. Несколько слов, я думаю, скажет Борис Владимирович Толбов. Уходи, пойду. Нам гости. Штурман Нава. Ты разбуди потом погребного, блядь. А потом он на свою лавку заступит, что я уже. Вина у нас такая, да? Да. Подводные лодки по местам стоят по погружению. На борту 107 человек. Есть. Зона, горизонт чист. Опустить залив. Есть опустить залив. Николай Рустов, где пресс? Есть. Есть опустить на связи.
ваш штурман? 228. Под Килем 96, глубина с карты 100. Есть. Глубина 8. Есть 8. Держать 9. Есть, держать 9. Застопорен прием, позвон. Есть. Глубина 9 метров. Есть, держать 9. Глубина перископа. Есть, держать 9. Погрузились на глубину 9 метров, осмотрится отсека. Перископная глубина. Глубина 9 метров, но я держал нормально. Глубина 9 метров, лодка погружается на глубину 40 метров, глубина 10 с дифферентом 3. Все, я держу. Опускается перископ, топ перископа 9 метров. Глубина 11. 10 метров, точнее. 12. 13. 14. Есть 14. 15. Скорость по лагу 7 узлов. 16. Опущен перископ. 18. Есть 18. 19. А я не боюсь, товарищ командир. Глубина 20. Лодка погружается с дифферентом 3 на нос. 6. Есть, 60. Есть. Работает гонзабор, босс. Под килем 100. Есть, работает гонзабор. Есть, под килем 100. Работает турбина 60 оборотов на передний ход. 14 часов. Глубина 30 метров. Первая 30. Есть, первая 30. Есть, надержать 40. Работает турбина 90 оборотов. 14 часов 00 минут. Первая 40. Есть, первая 40. Глубина 40 метров, лодка одерживается. Погрузились на глубину 40 метров, посмотреть в отсека. Смотреть прочную рубку. Лодка одержана, глубина 41. Погрузились на глубину 40 метров, посмотреть в отсек. Дифферент 3 на круг. Есть за второй. Лодка одержана. Есть. Держать 40. Есть, держать 40. Есть. Смотрим, глубина 40. Держать. Посмотрим прочную рубку. Есть. Дифферент откроет. Осмотрена прочная рубка, завещания нет. Задрай нижний рубочный люк. 60 были. Есть 60. Так, стоп, 6 узлов, с дифферентом полградуса надо. Есть. Значит, это дифферентовка. 14 часов 2 минуты. Боцман, начата дифферентовка.
Пущим ходы сравнительные. Максимально можем. Есть. Первый материал. Не работает. Видите, она их подводит. 4%. То есть где-то... Откачу 4%. Нет, 4%. Давай, давай. Глубина 40 метров, дорогие соотечественники. Закрыта глубина перерядка. 0,5 на кром удержишь. Еще чуть-чуть. Еще. Пост 27 приветствует вас. Очень рады. Навигационный комплекс НК Сигма работает в основном режиме. Вы решили все снимать уже, да? Да, сейчас мы все. Давай на приборку. А где мы сейчас есть? Не разимутально. Сейчас мы. Так, Маратка, все тут снимет, да, с первого компаса. Да ладно, лучше ничего снимай. Курс снимай. Курс подводной лодки 90 градусов. В первом отсеке глубина 40 метров. Есть. Чем? А высота? Еще у вас? Два ровно. Ровно два. Еле-еле. 4 по 0,5. Самый раз, не надо. Андрей, 4 по 0,5. Правильно, 4 по 0,5. На каждого. А? Да? Начинайте. Анич. Они погружаются, они на ходовые. Они же на ходовые. Они вместе с нами были. Погружаются. Наверное, их не поили. Ну, они не пили. Но они там не пили. Вкладывали, не пили. Это и все ерунда. Как я устал. Прекратите, прекратите гнать компромат на меня. Вот что из-за вас приходится делать. Сейчас все поправим. Вот это вот жизнь. Жизнь в каюте номер 6. Это номер 6. Определение вручим. Да? Слушай, насколько тебе? Готов к труду и обороне, да? Готов. Это представься хоть для приличия. Ну, возьми такие, Сережа. Будешь, матрос Лукин. Объясни, что тут у вас такое? Принимать водичку сейчас буду. А что это означает? Леса приехал, он в кино называется. Традиция такая. Лёх, какой Клюша? Такой, здоровый. Какой здоровый? Осмотреть надо длину осушительной магистрали. Матрос Лукин. Скажи, матрос. Матрос Лукин. Представляюсь по случаю. Представляюсь по случаю. Первого погружения. Первого погружения. Все, давай. Глубина 40 метров. Нет, вылез, потом скажет. Давай, давай. Тамадай, наш голову. Водичка солененькая, со дна Баренцева моря, с глубины 40 метров. Она чистая. Чистая. А? Что? Принимается. Ключица делала, да? Молодец. Следующий. Спасибо. Мне пора. Пошел. А куречка не дать, только сегодня. 4 февраля 1995 года. Команда из пестрюмных, полно, посвящается в поклонники. Вернуть. Матрос Худяков, ПМ номер 53522, штатный электрик 3-го отсека. Давай, брат. До дна, ни одной капли, чтоб не уронил. Давай, 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 давай. Пей, пей. Андрюха.
Удив, пускай в 3 утра выпадает. Да там, братан, уже один сидит. Давай, последние капли остались. Все, подводник. Молодец, все, поздравляю. Подводник настоящий теперь. Глубина 40 метров.